проживает вместе с Ольгой Рапунцель. И их соседи подозревают, что между Олей и Венцем больше, чем дружба. Хотя они оба это отрицают. Странно, что ты живешь с такой сексуальной девушкой в одной комнате, один на острове. Венцеслав, я уже даже не знаю, когда последний раз у тебя был секс и в каком календаре у тебя это записано. И при этом ты знаешь, как бы и не ощущаешь потребности даже в этом. Вот это бред для молодого мужика, которому тридцатник. Ксюш, вот это странно. Мне на острове нравится другая девушка. Но она мне пока взаимностью не отвечает. Так а ты ничего и не делаешь, что ты живешь с другой женщиной вообще. Стоп, а она меня в свое время, когда я приехал на остров, грубо говоря, приютила. Я ее воспринимаю как подругу, как сестру, не больше. Я то есть очередная Воловичева в твоей жизни? Ну, можно сказать, да. А когда ты сегодня пошел в душ, что-то в ванной, начал себе там набревать и нечаянно... поранил свое причинное место. Это для кого? Это ты для кого там старался? Красоту наводил? Я такое знаю. Нету ничего подобного. Я ни для кого нигде не стараюсь. Не понимаю опять, Ксюш, ты о чем? А что ты на остров любви тогда приплыл? Мне нравится а Лиза. А пугать, что ли? Не пойму. Ну вот и говори об этом, что тебе я Лиза я об этом нравится. И говорю, но мне приписывают Олю. С Олей мы друзья. Товарищ Ебаров знает что-то. Давайте у него спросим. Наблюдал вчера такую картину. Я не понимаю, почему ребята отказываются, что у них было волшебство. Я могу сказать так, что я сидел и видел, как Венчик выбежал ночью, побежал за камни. После этого выбегает Оля без трусов, закрывается каким-то полотенцем, бежит за Венцем. Вот, у них там за камнем случилось волшебство, и сегодня они весь день это отрицают. Ксюх, я единственное хочу тебя попросить, как ведущую, не отпускай Рапунцель в отпуск. Просто пара только зарождается. Оль, считаю... что это за история, что ты ночью без трусов бегала? Ксюшенька, привет. Дайте мне сказать. Во-первых, я полгода на проекте, я нигде не была замечена без трусов. На меня это не похоже. Я еще раз говорю, с Должанским приплетали, сейчас приплетают. Я не могу понять, что за посмешище. Спасибо, Оля. Что за посмешище, еще раз говорю. Почему такое отношение ко мне? Почему, я не знаю, обо мне такое мнение складывается? Я не могу понять. Я веду себя достойная, порядочная девушка. Венчик для меня как брат. Я сплю в кровати, он спит на диване. Бурханов. Вот если честно, вот как бы я здесь все наблюдаю, все вижу, как происходит. И в принципе, да, это если по-человечески, да, сказать, мне, ну хватит, ты слышишь? Давно старая фотография. Глеб, это ну я ладно, думала, у себя ребят. Сметаны намазать. Боже мой, это фотография уже сколько лет. Сгорела сметана. Вот после такой фотографии, конечно же, ребят, ну давайте не будем. Давайте не будем человека осуждать за то, что у нее было в прошлом и то, что она делала в прошлом, да? Я на протяжении всего этого времени вижу то, что Оля действительно хочет отношений. Она как женщина переживает об этом, да? Она действительно хочет влюбиться в молодого человека. Она, ей 30 лет скоро будет, ребят. Потому что она тоже хочет, понимаете, родить. Она тоже хочет быть Олег, счастливой. Олег, а сейчас, подожди. Ты осуждал свою Соню, которая пришла здесь за прошлую нет, ее жизнь. Нет, другая нет, ситуация. Кристин, я тебе про то говорю, что сейчас происходит с Венцем. Ребят, давайте не будем сейчас просто загашивать, понимаешь, Олю. Она действительно хочет хорошей жизни, хорошего парня, и мне искренне ее жалко, потому что она здесь каждый день плачет. В итоге мнения на Сейшелах разделились. Кто-то говорит о том, что все у ребят происходит, кто-то говорит, что нет, ничего не происходит. Ребят, вот, Венц, начну с тебя. Если тебе нравится Лиза, и у тебя нет ничего Коли, и чтобы вас не притягивали, как ты говоришь, друг другу, тогда начни жить с Лизой, ухаживать за ней, делать что-то. Понимаешь, если у тебя есть такие цели к этой девушке, а если нет, если у тебя есть отношения с Олей, тогда открыто об этом скажи. У меня нет отношений с Олей. Тогда покажи хоть с кем-то, у кого у тебя есть отношения. Вот, кому у тебя есть отношения, какое отношение. Все, на этом мы порешили. Итак, мы остаемся там на островах. И...